Ей! Есть! О! Получить визу! Все, нас хотят убить! Дом номер 3. Если голые, одевайтесь! Статью! Кроджи, Карел, я зарядил селфи, Анель. Словесте. Позируй. Папа! На плечо появилось в кадре. Венано! That you stay with me! Ах ты, любви! Приятного аппетита! Ты знаменит! Арушан, кого можно вешать? Нарциссизм! Сегодня тусили как никогда. Ух. 10 утра, мороз, у меня болит голова, я спала 2 часа, ночью я ревела, меня бесит абсолютно все, утром у меня пошла кровь из носа, едем на концерт в Тбилиси. Джорджия! Ура! Мы в Грузии! Если вам видно, вам видно. Поверьте нас, в этой Грузии. Кайлеров хачеринка, нюнген, нюменгенем. Нюнанайна. Ай, содар ергрем. Отар ергрем. Браво! Так, Кенди сейчас занята важным делом. Ей! Есть! Да. Мы тут! Котя! Бедные не пускают сволочи домой. Плохие туристы. Королевушна, не хочет. Породистая. Шотландная смека. Круто. Знаешь, что нам нужно кассеты найти, чтобы на обратном пути, если мы будем возвращаться с тем же водителем, не только Иглесиаса. Иглесиаса. Энрике, привет из Армении. Уже почти Грузия. О, прелесть. Даже Джонни Депп есть. Даже Джонни Депп. А у нас есть Алек. Кому нужен Джонни Депп, если есть Алек? У нас тут уже полный репортаж по Тбилиси выходит. Как да. Учитывая все те бредовые... Вот. Откуда? Я из Москвы прилетел. Прекрасно. Мы не одни. Надолго? Вот сейчас... Нет, я посольство США был. Я сейчас буду получить визу. Ура! Вообще! Гуляем! Удачи! Давайте, пока! Знаешь, и такой замедленный кадр. Замедленный кадр. И чувак уходит в пустоту. Я вас фотографирую. Мы вас фотографируем. Идем. Тарак! Побежали! Побежали! Нас хотят убить!
Нас хотят избить. Я выгляжу уже как избитая. Вот, дом номер 3. Кстати, это специально для меня. Я обожаю цифру 3. Так что мне везет. Опа. Мы пришли с подарками. Открывайте. Так. Сейчас. Вот так здесь живем. Сейчас, Орег. Открывай дверь. Да. Если голые, одевайтесь, мы пришли. И ничего не видно. А почему тут молчат все? Кто-то спит? Так, ребята, мы снова в Hard Rock Cafe. Да. Здрасте. Так, да, это тот же рост будет. И, кстати, мы тут хоть бы кто, мы тут... Стаффируем. Ух ты! Это чьи? Rolling Stones. Это был кавер альбом. Джон. Эрик Клэптон. Элтон Джон, конечно же. Как же без него? О, Джеймс Браун даже. День второй у нас сегодня, да? Да. День номер 2. Мы сейчас в месте, которое называется Фабрика. Фабрика, да. Да, в честь не знаю чего, фабрика вроде не звезд. Это как город прямо. Да, да, огромный. Тут много смотрите, всего. Прям это, давай возьми ты. Это просто... Можно крутиться, смотреть бесконечное количество раз. Обязательно надо вам посетить это место, если вдруг когда-нибудь будете в Тбилиси. Тут много разносортных кафешек. Ну, в общем, такая улочка получается, да? Кстати, какая машинка в сайте? Опа! Мой крутой! Маш, ты...
Да. Сейчас, сейчас мы думают, армяне неадекватны. Нет, не факт, что они думают, что мы армяне, но да, может. В общем, тут, кстати, огромное такое, это граффити или что? Может, это даже стики? Это похоже на мозги какие-то, покажи. Это какие-то мозги. Смотрите, ребята, не знаю, может, грецкий орех такой. Ну, ребята наши, конечно, молодцы. Справляются. Каждый день... А, не, ну, ну вообще, то есть каждый день напряженная работа, работа, концерт. Ну, ну, ну а мы вот тут так дураковали. Ребят, сразу вам скажу, что ночью мы не спим абсолютно. Мы засыпаем каждый день в 8 утра. Спим мы бесстыже до 3 часов дня, а потом удивляемся, почему мы не смотрим город. То есть мы, считайте, ночью видим. Живем город ночной жизнью, как вампиры практически. Да, мы вампиры, и мы, кстати, сейчас похожи немножечко аутфитиком. Да, я такая вся в галстуках сегодня. Да. Ганс и Розы. Вот. Арек, как всегда, курт. Я Арек. Пойдем к ребятам, смотрите. Знакомые лица. Арек, лови их. Карел, я зарядил селфи, Анель. Солнце. Столько говорил о них. А нету их, вот наконец. Мар, мы снова похожи, смотри, прямо. Скажите, когда будет клип Борни? Сестра! Спасок мы для Абанцев стал. Борни на интерфор. Зумчи, ну. Что-то я слишком веселая, наверное, все плохо закончится, я чувствую, постой. Никто не разделяет этого. Ой, смотри, какой на тебе красивый красный блик. Ну не на тебе, ну да. Чем? Да. Даже мотики продаются, если вы посмотрите. О, кстати, да, во-во. Мотики и ван продаются. Не, ван не продается. Ван сейчас свой голос, это самое. Нет, хранит, чтобы зажечь через пару... Ой, вот этот знаменитый нимб. А вот знаменитая Марьяна на фоне знаменитого нимба. Кстати, очень хорошее место для фотографий. Заказали что-то очень подозрительное, да. Ну, немного напоминает мед, так что мы такие сладкоежки. Да, мед. Ничего особенного, никакого алкоголя, какая-то чача, я не знаю, что это. Нужно подождать полчаса, вдруг что-то изменится. Հավոր հովանավորն է անիքենտին, դրամայր այդ վիճակը։ Yeah.
я как будто во сне, я просто не понимаю, что со мной происходит, где я, что я. Просто такое чувство, когда все так в тумане, но ты понимаешь, что ты счастлив просто. Будьте всегда в правильном месте с правильными людьми, это самое важное в этой жизни, поверьте. Ну что, нас ждет еще третий день концерта. И, как говорится, третий, но не последний по своей значимости, потому что тоже место очень крутое. Мы смотрели по Инстаграму, по всем тегам, и вроде очень востребованное место, так что посмотрим, как там пройдет. Завтра пятница, а это значит, что... А что это значит? Ничего это не значит. Пока.